Всем привет. Продолжаем наш всенародный, всесоюзный общефедеральный э, конкурс разработки на Unreal. Как вы понимаете, участвовать могут все. Я все еще надеюсь, что э, мои зрители ну, если не в этом году, то в следующем обязательно примут участие, поскольку для этого и показываем, чтобы вы смотрели, э, как можно войти в игровую разработку, потому что Unreal предоставляет ну какой-то ну, нереальный инструментарий. И, соответственно, мы с вами это смотрим как опытные и не очень опытные команды, а иногда и одиночки, врываются в игровую индустрию и делают свои проекты. И кто-то делает первые шаги, кто-то не первые, но, тем не менее, это все, безусловно, должно нас всех с вами вдохновлять. Сегодня, как строятся наши стримы? Мы приглашаем каждый раз эксперта, который тут не просто, что называется, поймали на улице. Нет, они принимают самое деятельное участие в этом конкурсе. В частности, представляют призовой фонд, ну и там, консультации, продюсирование. Ну, мы с каждым отдельно поговорим по поводу того, какую помощь они могут показать, оказать начинающим и не только разработчикам. И сегодня свою подборку интересных игр, а напоминаю, что заявок было подано больше 300, из них отобрали 250 проектов, которые вот сейчас... Машутся на арене нашего всенародного конкурса. И вот из них э, наш эксперт выбирает определенную подборку, которая почему-то показалась ему интересной, перспективной, и представляет ее нам, ну, чтобы мы вместе с вами не во всех 250 проектах не разбирались. Хотя можно как-нибудь это устроить. Но тем не менее это будет такая персональная подборка. И мы зададим вопросы почему именно они. И сегодня у нас очень, я считаю, необычный гость. Я ждал этого стрима, потому что ну это прям заявка, я так скажу. Афиша. Вот сегодня, ребята, у нас афиша прямо. Сегодня вместе с нами посмотрит игры народных разработчиков Георгий Куравкин, глава мобильного направления компании Сбергеймс, друзья. Сбер Геймс, компания, которая появилась недавно на небосводе игровой индустрии, амбиции, судя по всему, нереальные. И я бы хотел поговорить с этим человеком. Думаю, что вы тоже. Георгий, как слышно? Uh, привет, Виктор. Очень приятно. Ну, ты, конечно, представил нас <laughs> со всем, со всем опломбом, Спасибо большое. Ну а как Ну а как вы хотите, ребят? Вы прям ворвались, и у всех э, есть интересы, и смотрят на вас э, по-разному по-разному могу сказать. Шуток было было много после анонса, ну мы все понимаем. Вот, и э, дальше все зависит от вас уже. Как, как вы будете, собственно, действовать? понимаю, понимаю. Ну, в первую очередь, что важно сказать, Сбергеймс, как ты правильно сказал, это стартап, недавно образованный, так что у нас еще все впереди. Планов у нас громадье. Скоро будут релизы, мы внутри у себя пропагандируем, так сказать, Product First, поэтому будем о себе еще больше рассказывать после первых релизов, которые совсем не за горами. Очень рад, что позвал, надеюсь, оправдать ожидания и поговорить сегодня об интересных играх на Unreal. Много сам смотрел и много... Так, и Георгий куда-то пропал, раз. пропал, раз, вот, все, раз. все, все, слышно, все, слышно, все, слышно. все, все слышим, видим. Угу. Странно, видимо, говорит, что у меня что-то с интернетом, а сейчас нормально слышно? Да, нормально. Ну, это может быть и с зумом что тут. Мы же все недавно видели, как интернет хрупок ты это не отвалился, я тебя слышу. А, все, нет, да. ну, до этого я просто кидал спич по поводу отбора. Три дня сидел и смотрел все эти игры. Лично. Лично. А, да. Сколько игр удалось посмотреть? А, ну, поиграть, наверное, штук 5-6, потому что времени не так много, но я видео, по крайней мере, посмотрел, ну, 200 точно, вот 100%. Прям три дня сидел и смотрел. А были игры, которые прям, о, что я сейчас посмотрел, боже мой, это невыносимо, хочу вымыть глаза с мылом. Ну, можно были... не, можно не называть, не называть. Мы ко всем с уважением относимся участникам Нет, и ну, я. Были, я... Были. Да. вот. Были, но, были. но, но при этом я считаю, что даже если, ну вот это ваша первая подделка вот из говна и палок ну вы делаете первые шаги никто от вас на самом деле э, многого то не ждет но но ну, пытаться пытаться надо в любом случае даже если вот этот вот э, вот это стеснение и страх надо преодолевать вот потому что э, опыт который вы получаете вот Участвуя в таких мероприятиях, он, конечно, я считаю, ультра-мега-колоссален. Вот, возможно, вы как раз-то найдете э, единомышленников на таком конкурсе или получите какой-нибудь ультра-мега-ценный совет, и уже в следующий раз у вас все получится гораздо интереснее. Полностью согласен и поддерживаю про смелость. И даже если продукты сначала не очень получаются, все мы можем вспомнить замечательную историю про письмо, о том, как надо грабить караваны. И к чему в итоге привело это письмо того человека, который написал компания Майтона, сверхуспешная. Поэтому... Так, 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 так. А это не баечка, потому что я как-то вот... Я в кулуарах индустрии эту историю слышал, но мне казалось, ну, там, знаете... Байка не байка, но... Да? Пусть, пусть, пусть будет, как легенда, потому что ты должна сподвигать, сподвигать, всегда идти вперед. Ну, вот. Я сам в 14 лет пытался устроиться с локализатором в 1С. Вот мне mm -hmm. даже позвали на собеседование, но я был молод. Поэтому надо, конечно, стремиться. Надо стремиться делать, и лучше делать, чем не делать. Вот так проще. Абсолютно согласен. И, конечно, участвовать. Потому что много раз повторял, что вот в таких конкурсах победа, ну, не то, что даже прям не главное, а это вот, это не то, зачем вы должны идти. В первую очередь. Собласть. В первую очередь. Так, я, я так быстренько посмотрел список игр, которые ты представил. Есть плохая новость и хорошая. Плохая новость да. это, это то, что несколько игр мы уже здесь видели. Это плохая новость, наверное, все-таки для наших зрителей, потому что они хотят посмотреть что-нибудь новенькое. 250 тайтлов, поч... но. Понятное дело, что каких-то ярких игр привлекательных может быть не так много, вот. ну, мне кажется, все достаточно. Там есть несколько игр, которые прям классно выглядят, но почему-то пока их никто не выбирал. Это тоже интересный момент. Но как хорошая новость, ну, посмотрим твоё, и послушаем твое мнение, почему ты именно выбрал эти проекты. И тоже про себя отметим, про себя отметим что раз эти проекты вот, вот уже повторно наш приглашенный эксперт выбирает, э, ну, это что-то да значит для этих разработчиков. Я думаю, что для них эта новость э, будет как минимум точно э, важная. Такие, уже второй раз мы в эфире. Е-бой. Yeah, я хотел бы добавить, <как> что не только я с нашей стороны выбирал. Достаточно много людей к этому прислонились, так сказать. И финальный список, он скорее коллегиальный. К сожалению, с нами сегодня не может присутствовать Анна. Она отвечает у нас за PC-направление. Консоли. Вот она в конце доформировала, в общем-то, mm -hmm. вот этот список. Mm -hmm. Так что коллегиальный. А, окей, отлично. Так сделать тебя чуть погромче, потому что просят, но вроде у меня, mm -hmm. я смотрю, прям так нормально. На, -на, На желтый уже так твой голос. Вот <свист> да? как, мне кажется, что тебя слышно должно быть хорошо. А, себя сделал а, чуть потише. А, так, ну тогда давай. С чего начнем? Да, с чего начнем. Выбирай ту, которую, наверное, еще не было, мне кажется, первую. Uh, нет, ну вот у тебя список. Может быть, у тебя есть какая-то концепция, как их нужно uh, смотреть? Слушай, там, чтобы... есть то, что мне лично очень сильно нравится и запало mm -hmm. в душу. Ну то есть что я могу назвать, не открывая списков, абсолютно. Это замечательная игра, называется «Quiet Farm». Это, mm -hmm. собственно, симулятор коровы. Без шуток, мне кажется, это потрясающая идея. Да. Ферм, ну все помнят Козла, в смысле Симулятор Козла, вот Голод Симулятор, и поэтому мне кажется, данная концепция в целом интересный персонаж. Классный геймплей, ухаживаешь за своей фермой, yeah. там еще инопланетяне где-то летают. Да, проблема в том, что мы знаем, о чем ты говоришь. Мы ее смотрели. Мы ее смотрели, да. Но опять же, мы все понимаем, что кто-то присоединился сейчас. И прочее, в любом случае, я включаю трейлер. Вот, потому что. Давайте посмотрим. Куда из этого. Пройденного. То есть не первый раз фигурирует уже продать да, 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 закрепим. Но, э, вот, повторюсь: это круто, что ну, обращает внимание на эту игру вот уже второй раз. Ну, я думаю, что разработчики, если они нас смотрят, они такие сейчас. Yes. Ну, цепляет как-то сразу. Может быть, трейлер интересные достаточно. Или геймплей показали. И уровень продакшена и готовности игры по трейлеру выглядит таким уже предфинальным, скажем. Я бы с удовольствием в эту игру поиграл, я бы точно заказал ее в Steam Early Access и прям залип бы. Мне она лично, наверное, одна из первых игр, которую я прям выбрал, и вот, надо, надо ее обязательно в финал. Как досмотрим, будешь готов к Подробнее обсудить или к следующей перейти? А тебе, а тебе удалось погонять с нее? Нет, к сожалению, вот в нее mm -hmm. я не поиграл, я только посмотрел. Лоу особенно, прям. Mm -hmm. Да, он у нас вызывал вопросы. Мы пытались понять, это ты, ты управляешь по сути на что ли, и который контролирует корову или как? То есть, ну, там мы выясняли. Да? Пока история умалчивает, но похоже на то. В целом, игра выглядит хорошо, анимации, пазлы очень классно вписываются в этот мир с такой столькой реализма, что ли, в то же время головоломки да. воломки, там. Серьезно. Мне Наверное... кажется, л... А, извини, перебил. Да не-не-не, Мне кажется, что вот у этой игры хороший потенциал с точки зрения стримов и любителей песочницы. Потому что ее, ее прикольно смотреть. И если говорить там о будущем, этой игры, маркетинге, и прочем, то вот прямо на стримах она может залететь. Не шучу, серьезно. Симулятор гуся, козла и всей живности, да, это все. Всегда... Хлеба, хлеба, хлеба. хлеба, да. А, кстати, кстати, на на сайте лежит билд, так что не только члены жюри, не только уважаемые эксперты, но и вы, дорогие зрители, можете зайти и скачать ее прямо сейчас. Лайк вот. like ставить не буду, потому что мы ее уже ставили это вот... Хорошо Ну, это, кстати, нормально 746 лайков И мы еще периодически отмечаем заполняемые страницы Но имеется в виду ведение страницы Актуальность, новостей и прочего Потому что, ну, это тоже показывает Некую такую дисциплину, что ли Команды, то есть они относятся к этому Серьезно, и к участию серьезно В том числе, это тоже Что-то допоказывает то, как команда относится, в принципе, к своему продукту и к его продвижению, это круто. Ну что, к следующему продукту переходим? Uh, да, в целом, ну, uh, раз уж так получилось, что мы говорим о, об игре, которую уже видели, uh, вот, и в целом она зашла да, всем uh, такой вопрос тогда давай вопрос uh, про Сбер: uh, что, uh -huh. Сбер uh, что Сбергеймс? Uh, какой приз? Сбергеймс представляет на этом конкурсе и что ожидать разработчикам, которые нацелены на призовые. Ух ты, прям на засыпку у меня такой вопрос. Mm -hmm. Честно, я еще не знаю, какой будет приз. Mm -hmm. Но точно скажу: ну, приз будет, но точно скажу, что одним из самых, наверное, главных и интересных призов будет возможность в будущем поработать вместе, возможно, издаться с нами. Там mm -hmm. даже есть один мобильный продукт. То есть я, как представитель мобильной школы, хотя я mm -hmm. люблю, и играю, конечно, на всех платформах. Поэтому рады будем пообщаться в будущем, поработать. Возможно, это какие-то инвестиции или еще что-то. Студии. <связь> Нужно больше новых студий продуктов. Беспроцентный кредит Сбербанки там. Нет, нет, <связь> <связь> нет. <связь> К сожалению, да, не, не могу комментировать такие вещи. Все-таки мы стартап. Хоть мы и от Сбера, но мы отдельная структура, которая <связь> живет сама по себе. Поэтому по поводу приза давай, наверное, я сейчас <связь> пока этот вопрос скипну. Вот, ага, и мы так окей. еще внутри пообсуждаем, какой будет финальный. Ну, в том ну, плане, что вот так серьезно да, рассматривать эти проекты что и в целом, теоретически, да, и, возможно, и практически, да. разработчики могут рассматривать, даже, даже не, только, не только те, кто возьмут призы, это тоже важный момент, могут рассматривать в будущем какое-то сотрудничество, ну, то есть из, и, и издательство полного цикла в SberGames. Да. да, да, конечно. Тем более, что мы сейчас находимся в начале нашего пути, мы открыты к очень разнообразным предложениям и схемам сотрудничества, то есть прям нестандартно, пока мы особо не объявляем, но в целом это может быть и софинансирование разработки, это большая помощь по продюсированию с нашей стороны. Конечно, все классические издательские функции, локализации и прочее, прочее, это, конечно же, включается. Кому-то мы помогаем технически, например, если, особенно у молодых студий, часто бывают проблемы с техническим стеком, например, с серверными технологиями, это консультации внутри. У нас есть не только паблишинг, но и внутренний продакшн. Сейчас это две студии, скоро будет больше полного цикла. Там сидят классные, умные специалисты, которые готовы помочь ответить на вопрос. Угу. Давайте работать с нами. Ну вот да, потому что вопросы появились, да, когда был анонсирован Сбергеймс, то есть чем она будет все-таки заниматься, то есть это, например, ну там мобильные игры исключительно, или там социальные игры, или, или вот чисто разработка каких-то проектов для, я не знаю, там для Сбербокса, ну, условно, да, потому что, ну, как бы не очень было понятно. Вот, но из твоих слов следует, давай я так сейчас подытожу, что Сбергеймс — это паблишер, это потом это разработчик. Все верно. И паблишер игр, игр разного класса, то есть да. моби мобильные, ну ты представляешь мобильное направление, так мобильные игры, да? Но и игры э, премиальные, назовем их так. Конечно. То есть конечно вы тоже да. вы, вы тоже их рассматриваете. То есть игры да. для, Ну, опять же, да, для нашей аудитории э, классические игры для ПК и консолей. Все верно, все, все так верно. и есть. То есть прямо да. вот угу, угу. и при этом это паблишинг как за рубежом наших продуктов, допустим, так и а, локальный паблишинг. А то есть вы прям э, то есть вы будете global publisher. то есть если так точно. условно вот э, я прихожу с условным проектом с, с потолка взял название Всеслав Чародей вот э, прихожу к вам на издание <с> все ждем. То есть, вы, то есть вы берете игру, ну, понятное дело, там, всячески там оцениваете, это там отдельная страна вопроса, но условно, если мы с вами договорились, то это значит, что никаких других ко-паблишеров на Запад и прочего, то есть вы будете представлять ее как Сбергеймс и на Западе в том числе. То есть это все вот, верно. То есть в, на страничке в Steam в графе паблишер будет стоять только Сбергеймс. То есть как, как международные издатели. Ну, если не будет каких-то определенных других mm -hmm. договоренностей, например, продукт может прийти уже с подписанным договором в издании, допустим, в Китае. Не, ну, это, ну, это понятно, это, это уже отдель, case, отдельный да. случай в том смысле, что вы прям представляете услугу да? международного паблишинга. Да, и наоборот, для зарубежных тайтлов сейчас мы находимся как раз mm -hmm. в идеологии, пока не могу говорить, с очень крупными изданиями, издателями, мировыми самыми крупными. Это локальный паблишинг на российском рынке, то есть этим мы тоже будем заниматься ага, то есть а, издание крупных западных проектов на российский рынок, то есть, ну да там, и это лока тоже локали локализация и назовем это так, ну, можно и так сказать, да, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, плюс mm -hmm. какая-то опять же техническая поддержка, если мы говорим о многопользовательских продуктах, то там это и саппорт, комьюнити, соответственно и помощь по хостингу на этой территории возможно, ну мы широко открыты к разным предложениям сейчас mm -hmm. о том, чем мы будем заниматься, ну короче, вот паблишите вот полного цикла, короче. Да, прям. да, так и есть. Окей, ну прям заявочка, заявочка. Наша ну, задача в... стать here паблишером comes, номер один. Here <laughs> comes uh, a new challenger, прям. Интересно, да. интересно. Ну вот это, вот это было важнее, чем потрясающая игра про корову. Разработчикам респект, как видите, выбирают второй раз, так что у вас все шансы. Вот, если, если не выиграть, то по крайней мере вас заметили. Uh, Но ну, uh, давай перейдем тогда к следующему проекту. Uh, да, ну наверное, раз градус был такого позитивного, сейчас нужно на другой, на другую сторону спектра перейти. И следующий продукт, который бы я обсудил, милиционер. Да что ж такое, да что ж ты идешь, что ты идешь по всем тем играм. Ну значит снова говорим о сбере. И в случае, в случае с милиционером это прям. Ну, можем другую выбрать. Нет, ты сказал. Ну, что сказать Вообще, конечно, внутри были определенные споры Относительно, стоит ли включать продукт Такой с определенной спецификой Скажем так, она близка Вот как, наверное, мне и тебе Людям за 30, так сказать Выросшим, возможно, где-то в глубине России вот Я сам из города Новосибирска Вот прям mm -hmm. с моего города списывали С моего района игру буквально mm -hmm. Но, если говорить серьезно Понравилось качество продакшена, Что-то в этом есть, цепляет очень сильно Да, это, конечно, про местный рынок больше но игра зацепила вот сразу ну, ну как сказать я бы я бы прям не назвал ее исключительно э, игрой для местного рынка мне кажется что такое можно продвинуть What's на запад on? ну например как как с игрой э, papers please потому ah, что там, ну тот, да, да, там да. тоже вполне себе узнаваемая такая восточноевропейская такая тематика но тем не менее это стало вполне себе международным продуктом ну вот хорошо тогда сходу вопрос это очевидно walking simulator то есть mm -hmm. и, и не самый не самый массовый жанр ну далеко прям мягко говоря плюс очень специфический сеттинг и вот такую игру вот если вот если разработчик обратится в сбергеймс и скажет но ну, ребят вот я ее почти закончил будете вы вообще вот рассматривать или как, как для вас такой продукт? Или, или вы рассматриваете только исключительно супер-мега-проекты, чтобы прям, не знаю, э, потенциально, чтобы разрывали рынок вообще везде? Или вот готовы рассматривать, ну, такие нишевые проекты? Давай называть уже ну, прям. Это, нишевым это нишевые... продуктом, да. Да, вот с а нишевым нет. продуктом. И как думаешь, э, как games <связь> будет работать? Но Или мы для... вообще мы рассматриваем, мы рассматриваем нишу инди-продукты сейчас, сейчас конкретно со студией из Москвы с одной тесно очень общаемся относительно издания их инди-продукта. А вот так и повелось на самом деле, что за последние пару лет, если так посмотреть на изданные продукты, которые занимали топы критиков, людей и прочее, прочее там очень много нишевых инди-продуктов. Ну, божественный диск Элизиум можно сейчас вспомнить. Я готов пить этому продукту очень-очень долго. Понятно, что это серьезная вещь намного. Ну да, будем готовы рассматривать нишевые продукты, почему нет. Если в них есть идея, если в них есть геймплей, достаточный уровень продакшена, mm -hmm. то да, однозначно. Ну, то, что это важно, а то может создаться впечатление, что если прям крупный паблишер, то ищет исключительно какие-то супер-мега-потенциально успешные проекты с мультиплеером, там, вот, вот что-нибудь Battle Arena, Stop. пожалуйста, дайте нам. Ну... Leave. Как-то просто тенденции последнего времени э, показывают. Игру сервис, пожалуйста, запилите. Ну, что такое? Ну, вот что вы там делаете. Ну, вот, вот это сами и издавайте. Нет, ну если про игры сервис, это, конечно, больше про мобайл, наверное. Ну, как сказать, как сказать. Все вот э, вышел Far Cry 6, э, казалось бы, классическая премиальная игра, но со да. всеми со всеми встроенными магазинами и прочим, как раз скачал, планирую. Погрузиться в нее скоро. скором времени. Еще 6 любимых число, мне трейлеры очень сильно понравились. Вот, ну давай к нашим, к нашим играм. Да, к, к нашим играм. Да, милиционер, есть какие-то у них обновления. Да, есть, кстати. Можем посмотреть. Mm -hmm. Горожанин в окне днем. Называется новость. <сíck> <сíck> тут тут <сíck> даже, кстати, можно, можно посмотреть, да, что это. Кстати, тут, в этой игре еще приятно удивило в трейлере, особенно качество продакшена, особенно uh -huh. вот электричка и прочее. Достойно, достойно. Вот модель самого милиционера, конечно, выглядит по-другому. А вот окружение классное. Да, но модель милиционера поменяли, она раньше была другой. Понимаю. Ну, будем надеяться, что... Ну, игру, во-первых, доделают, и у нее ждет успех. У меня когда-то была идея подобного продукта, только у меня там <клес> человек до работы шел, до маршрутки. И, соответственно, пока он идет, у него открытый мир, и он может на работу не поехать, вот, mm -hmm. побегать 15 минут и каждый день начинается заново. В общем, поэтому, наверное, эта игра особенно у меня отклик нашла внутри. Думаю, ну вот, дождался, поиграю. Да, все так. На него обратили внимание не только мы, но и, например, федеральные СМИ. Я помню, был, я помню, был сюжет про эту игру такой. А я пропустил. Пропустил это. Неоднозначный, неоднозначный. Но в случае, в случае такой игры, я думаю, что это, конечно, самый грандиозный пиар, который, на который только может рассчитывать инди-разработчик на минуточку. Вот, так что об этой игре уже говорят, так что тут в любом случае, даже если по каким-то причинам игра не возьмет призовые места, но я думаю, что на нее уже точно обратили внимание. Я думаю, что пока мы с тобой разговариваем, какие-нибудь паблишеры уже пишут. Вот, так что тут тут такое, да. Паблишеру тоже нужно. Кстати, вот, ну раз уж mm -hmm. у нас опять, опять игра э, из бэк-каталога нашего, то есть мы ее уже видели. Но в любом случае разработчика поздравляю. Э, я думаю, что он сам все понимает, что главное теперь не упустить э, удачу, вот, не расслабляться. Э, то, поговорим о, о роли паблишера тогда. Э, вот в чем она заключается, вот как ты думаешь, в современном мире? Потому что мы сейчас видим. Э, вот, ну, Всенародный конкурс разработки на Unreal, в руках у разработчиков теперь какой-то потрясающий инструментарий, плюс много цифровых площадок, куда ты можешь ну, вот в Steam, чтобы опубликовать игру, тебе нужно заплатить 100 баксов, да, ну, не самый грандиозный бюджет, который ты можешь потратить. Вот, поэтому многие разработчики, в частности, например, думают, ну, а зачем мне паблишер тогда нужен? Вот мы сейчас с ребятами в условном гараже, там, сейчас вот запилим все славу чародея, заплатим 100 баксов на стене, запустим, дальше сарафан, там, я не знаю, соцсети, отправим сами ключики стримерам, блогерам в медиа, получим publicity, coverage и дальше только и на мальдивах будем пить коктейли и смотреть как на нашем счету появляются деньги вот что в этой схеме не так как ты думаешь или все так ну или, вообще... и, или так да не так вообще вот Looks like a plan. <laughs> в общем-то. Да, да, да. Э, вот в, в, вот э, роль паблишера современного, потому что, ну вот я я помню э, паблишеров э, даже в 2000-х, э, ну она была грандиозная роль. Ты ты на рынок в принципе не мог выйти, если у тебя нет паблишера. Все верно. Э, ну просто вот за, за забудь. Вот э, сейчас ситуация не такая. И вот э, ну кроме денег очевидных, но ну, ну что, ну бесплатных бесплатных денег не бывает. Если паблишер дает тебе деньги, то тоже, так сказать, за что-то. Возможно, потом еще и вернется тебя. Вот. Так что, ну кроме денег, да, потому что можно же все-таки найти инвестора. Вот как он угу. не профильный, Самое лучшее, если не профильный. Не профильный. Да, да. Да, 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 Чтобы через два года он убежал как раз к финалу разработки. Не профильный. Ну, а, а может быть, для того, чтобы просто он не понимал, что происходит, и в целом давал деньги безропотно. Это самый лучший инвестор, вот, который просто такой, ну, ну, ребят, ладно, вы знаете, что делаете, вот вам деньги. Я И... не зря назвал два года, потому что обычно вот как раз не профиль инвестора, который ничего не понимает. А, к концу два первого года, года он что-то не так, а вот к концу второго, это тоже статистика, подби он начинает что-то понимать. А, что понимаешь, что -то... куда ты деньги ввалил, да, в какую то да. Лучше да. бы пропил. Но вот, вот тем не менее, помимо денег, да, вот что такое паблишер в 2021 году? Ну, если говорить отличия, там, 10 лет назад, понятно, что я больше, наверное, приводить примеров буду из мобайла, но ну и не только. Выйти-то на рынок можно очень легко. Привел сумму в 100 долларов на стиме, в общем-то, Apple и Google это то же самое. Создал аккаунт и все, и, в общем-то, можешь уже паблишиться. Проблема в том, что дальше будет. То количество продуктов даже 10 лет назад несравнимо сейчас с какое количество игр, качественных игр выходит в единицу времени, ну, то есть в месяц. Если вспомнить там нашу юность конец-середину 90-х их было значительно меньше, это был рынок энтузиастов по большей части, там несколько больших игроков. Сейчас игроков стало очень много, и выходя сами, просто в, в одиночестве, ты можешь потеряться в этом огромном толпе. Если ты не понимаешь, как себя продвигать, что делать, ну и как минимум, чтобы о себе заявить, все равно нужны деньги. А паблишер — это не просто деньги, это умные деньги, потому что паблишер поможет тебе не совершить тех ошибок, которые обычно совершают люди в первый раз выходя на рынок сами. Это технические ошибки, которые можно по порешать до того, как ты там пошел даже в Early Access. Это определенная помощь в разработке, я уж молчу про помощь в продюсировании продукта, еще 10 лет назад, да. Была куча-куча ноу-хау, каких-то скрытых, которых никто не знал. Сейчас информация достаточно открытая. Сейчас очень много ресурсов. Нет каких-то секретных механик успеха или секретных монетизаций, которые позволят тебе обогнать всех. Сейчас ничего нет, это все очень-очень открыто и все очень прозрачно. Сейчас все про умные деньги. Если мы говорим о каких-то продуктах там, с тяжелыми, опять же, серверными технологиями, экшенах, шутерах, провести дополнительное нагрузочное тестирование, проверить текст, так это все помогает паблишер. Одна локализация. Ну, вот мы берем инди студию и, допустим, у нее, не дай бог, игра с большим количеством текстов. Конечно, не дай бог в кавычках. Просто взять и локализовать это все на стандартный набор языков, это уже вылетит в копеечку. Возможно, в стоимость там, половины разработки. Понимаешь? Да-да-да, это, да, это, это все так. И вот сейчас многие удивляются отсутствию русской локализации во многих играх Стима даже крупных я уж я уж молчу про дубляж это, mm -hmm. это это отдельная вообще строка бюджета ну вот да да потому что перевести на русский язык игру это обойдется ну если она еще и крупная ну там от, от 10, по-моему тысяч евро а то и больше самое интересное вот. это седьмой в мире язык по если я не ошибаюсь седьмой то есть это очень популярный язык в мире на нем да. говорит огромное количество людей. а да, мало. да, да. Ну вот просто не 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 всем разраб, ну они понимают, английский это точно, ну, там большая часть мира, вот. А дальше, ну там страдает же не только русский язык, там и немецкий, и французский вот, китайский, просто разработчики такие, ну, вот, обычно, обычно родной язык, ну, допустим, если, ты, если ты видишь в локализации в стиме два языка, там, венгерский и английский, ты сразу понимаешь, что разработчики, разработчики из Венгрии, и все, на что хватило их бюджета, это вот английская локализация. Ну, потому что без нее выходить на международный рынок, понятное дело, вообще нельзя. А вот, а все остальные языки, к сожалению, теперь это опционально, и если у вас текстовая, ну, не обязательно прям текстовая, да, ну, в смысле, много диалогов, опций, то это может прям вообще, об этом тоже многие не думают, и, ох, сейчас я распишусь в это, а я вот еще главу добавлю, а вот еще, чтобы вот э, этот uh -huh. персонаж много разговаривал, обязательно. Вот, это все надо калькулировать, читать, и действительно для многих это в итоге откровение. Смы... В смысле 20 тысяч евро на локализацию? Ну, как бы, сорян, это на один язык. Да, все верно. Помимо этого есть еще много других вещей. Например, некоторые разработчики молодые, особенно, живут до релиза. То есть запаса прочности хватает вот, буквально запуститься и все. А дальше начинается ожидание о том, что сейчас и пойдет. Вот сейчас руда-то сейчас вот пошла. Ничего подобного. Обычно в первые моменты, если ты не суперхит, или ты запускаешься не с девольвером, условно говоря, сразу не происходит. Вот, обычно там тишина и сверчки. Дальше ты должен свою игру как-то прокачать и вообще привлечь туда аудитории. Проблема в мобайле, например, это меньше проблем, потому что есть понятные инструменты закупки и привлечения пользователя достаточно. То есть о них может любой инди-разработчик почитать, эффективно их использовать вряд ли, почитать может и понять. То если мы говорим про PC, это уже более интересные, креативные задачи, например, там ты можешь попробовать через Reddit привлечь внимание аудитории, классный шикарный инструмент. Через стримеров есть такая а вот. А вот вы умеете эти делать, то есть вы, ну поскольку я почему -то задаю этот вопрос, потому что сбергеймс появился ну, в этом году, каких-то ну чего уж тут говорить успешных кейсов пока ну мы еще не видели, вы же только начинаете. Релизы впереди. Релизы впереди. Вы, получается, привлекаете каких-то уже состоявшихся профессионалов или, или как? Или будете учиться? Ну, потому что, чтобы привлечь стримеров, чтобы на Reddit раскачать ветку, ну, это надо знать, как делать. А, всех секретов говорить не буду. Наша команда уже не маленькая, и здесь очень крутые ветераны индустрии сейчас сидят. У нас, скажем так, у наших членов команды были разнообразные, очень интересные кейсы с прокачкой. Я не устаю рассказывать, вот мой коллега в свое время руководил разработкой одного известного шутера из России, мобильного. Вот они, допустим, прокачали ранний этапе, они подломанную версию выложили на турецкий ворезник этой игры. А вот, набрали большое количество инсталлов при, 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 огромный хайп, а потом просто поправили баг э, на сервере. Всем сказали спасибо, ребята, вот вам еще голдишки немного. Кла Один из очень крутых, я считаю, таких пиратских способов продвижения, и вот к этому сейчас стоит стремиться и смотреть в такие вещи в современном мире. Вот, кстати, если говорить о продвижении, многие считают, что тут куча чудес происходит. Там и Монгкасс недавно, вспомним, да, культурный фенмен, а никто же особо не знает, как эту игру два года прокачивали. Два через... года? Mm -hmm. Через корейских стримеров. Вот. В сериале, кстати, последнем игра в кальмара такой классный реф, в принципе, <laughs> на Among Us Кивок. Так что эту игру серьезно прокачивали за деньги. И готовили к мировому лончу, и там уже потом еще увалили. Поэтому это не чудо. Совершенно подожди, это Us не чудо. Погоди, а как же вот эти рассказы про разработчиков, которые два вот они сделали ее два года назад, и вдруг. Так, погоди, что ты брушишь? Сказку Вот это да! Вдруг бывает только звук. Интересно, интересно. Uh, то же самое, как и PUBG, не умаляя достоинства этой игры, ребята ходили к разным паблишерам, вот, в том числе и к паблишеру компании, в которой я до этого работал, получили, кстати, отказ. Uh, потом проработали крутой кейс со стримерами, на тот момент еще достаточно свежий ворвались в рынок, молодцы, классно. Вот. И чем дальше, тем нужно больше придумывать таких интересных кейсов. Это может быть TikTok челленджи. У нас, кстати, готовится как один из каналов продвижения. Я понимаю, что там у более взрослого поколения может вызвать изжогу эта фраза, но ну, а куда деться? Ну, мир такой. Вот. Да, Поэтому слушай, да. у Дмитрия Юрьевича Пучкова есть тикток, так что о чем говорить-то? Так что все нормально, все... У, -у, все у меня нормально. был тикток, я даже в нем да. записывал, но удалил недавно, <laughs> потому что его вскрыли, я для сына это делал, ну как, у, -у, -у. у меня сы сын 8 лет, надо как-то это, в этот мир попадать. Да. Подарить ему прокачанный аккаунт. Ну типа того да. да. Понятно. Ладно, давай вернемся к играм. Интересно, давай да, поговорить. Ну мы продолжим, да, но продолжим уже на фоне игр. Так, у -у -у. следующее у нас будет. Жду Ты от тебя... Нет. А от тебя я выберу. Отмашки, да. Давай попробую. Вдруг не выбирали. Мы тут затронули с тобой тем мультиплеера О, серьезно Two in a Dance. Э, платформер для двух игроков, такой напоминающий. О, mm -hmm. oh, классно. Он напоминает в целом и Лимба, и там как-то была мобильная игра такая про усатый шарик. Забыл, как название называется. Короче, это небольшой платформер для двух игроков, основанный на физике. Вот. Персонажи паучки, которые головоломки решают разнообразные, преодолевая препятствия в темном фантастическом лесу. Э, ну, из ярких примеров э, таких продуктов, помнишь, от Я yeah, Unravel Особенно вторая часть mm -hmm, mm -hmm. Э, С двумя персонажами Слушай, классно, я просто сам большой-большой фанат коопа Я считаю, коопа очень мало э, Кооп нужен да, И Тексту вспомним Из крупных релизов коопных игр э, По тигр делать сейчас очень мало А как классно собраться с Мужиками вечером С лимонадом И сыграть в коопную игру вот. Поэтому игра зацепила И визуально, и ну, как такое Наследие трайн, что то такого, в общем, я думаю, мы покажем нашим слушателям эту игру, она их тоже зацепит. Да, 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 я сейчас ее показываю, да. Мы сейчас трейлер. Ты уже ее показываешь. Смотрим трейлер, да. Вот, помнишь, была Гиш когда-то такая замечательная инди-игрушка. Чем-то мне напомнила, ну, инсайт и лимба, в общем, и еще можно даже как-то саморостов чем-то вспомнить с точки зрения именно визуала. Вот. И у нас прям коллегиально эта игра всем понравилась. Такие паучки прыгают на паутинке Вот mm -hmm. недавно в вышел классный платформер Two in да. Forest Приключения для двух игроков С головоломками, основанными на физике Очень короткое да. описание Емкое, емкое Да, но я считаю, недостаточные Плюс страничку ведут Отвратительно, ребята <laughs> есть, есть ссылка на Твиттер и все больше никаких новостей за все это время а напоминаю что в ноябре вообще-то финал вот где будут отобраны а, призеры мы с вами тоже постримим это обязательно а, указано название жанр разработчик платформа да вот и 4 лайка Поэтому. Mm -hmm. у ребят... А после сегодняшнего <и> стрима <и> все изменится. Вдруг они увидят, да -да -да. что. Не забывайте, ребята, вести страничку, потому что никакой дополнительной информации о... о статусе, пожалуйста, вашего билда. Вот как мы поймем. Это вот у вас финальная версия, вот она так. Ну, не, это не финальная. Но я имею в виду, вот какой статус у вашего билда, который вы показываете. То есть это альфа, это что, это это. Вот будете ли вы дополнительно анимировать этих паучков, еще что-нибудь и все. Вот, вопросы остаются. Выглядит мило, но что-то очень темно, на мой взгляд. И персонажи тоже очень темные. Может быть, это специально так сделано, для того, чтобы, ну, как-то вот ты пытался по глазам. У них вот единственное, что светлые пятна, это вот их глаза, понять, что происходит. Вот, ну как-то я, ну причем это, это действительно выглядит ну приятно, то есть ну очень uh -huh. так вот прям видно, что прям проработано, но как-то я бы чуть-чуть красочнее, красочности добавил, вот, хотя может быть это мрачная игра, но повторюсь, из описания этого непонятно. Ну почему еще, наверное, мы так обратили на эту игру внимание? Во-первых, она такая для, наверное, более детской аудитории тоже подойдет. Не знаю, знаешь ли ты или нет, мы вообще в Сбергеймс достаточно серьезный упор будем еще делать на детские и полезные игры. Такая, наверное, сейчас мини-мини реклама была. Ну, вот. ну, у вас заявлена уже коллаборация с Союзмультфильмом, так что в да, да а, я не удивлен, с фиксиками. Да. Поэтому часть нашей, так сказать, команды вот остановилась на этой игре. Почему нет? Я считаю, что mm -hmm. игры развивающие, игры головоломки должны быть, их должно быть много, особенно игры кооп. Вот, вот вспоминаем Трайн. Ребята, да, которые, и... да, которые делают эту игру, пожалуйста, не, не бросайте. <соценно> а темнота, <соценно> я думаю, это просто не Польшина. Будем надеяться. <соценно> <соценно> да, и ну там, может быть, со, со светом, да, им надо будет что-то еще <соценно> поделать. Ну и, конечно же, заполните страницу, друзья. На это тоже э, обращает внимание. Да. Нет, ну вообще, как бы вот такие вот милые кооперативные игры тоже, я считаю, в каком-то смысле тренд, потому что it takes two, например. Да, Army не... of two, тоже помнишь, вот замечательная да, но... такая. Army of two, да, да. Нет, ну я нет, но я все-таки про вот некую там трогательную историю, которая стоит за всем этим. Вот it takes two. Не устаю повторять, что я считаю ее главным президентом на Game Awards в этом году. Сто процентов, сто процентов согласен. Единственное, что если играть с женой, можно развестись, но. Но... но игра как раз-таки должна просто, ну, обратное действие оказывать, но, но тем не менее там есть моменты, да, достаточно пронзительные uh, Ну а мы идем дальше, давай <клышко> Так, Ну что, мы только что рассмотрели игру с супер продвинутой графикой и, наверное, сейчас что-нибудь попроще возьмем Смерш, я думаю, уже не раз сегодня говорили да, да, и Смерш у нас тоже был. Вот он спрашивает, Сбергеймс это от Сбербанка, что ли? Ну, не все знают еще пока, не все знают пока о вас. Вот, но я напоминаю тем, кто только что присоединился. Да, у нас сегодня в гостях... Георгий. Георгий, Георгий. Куравкин, глава мобильного подразделения Сбер Геймс. Да, представьте себе, если вы пропустили новость, Сбер выходит на, причем очень мощно выходит, очень амбициозно выходит на рынок, на рынок игр, игровой разработки, паблишинга, вот, в общем, там планов, судя по всему, какой-то громадье. Вот. И вот это первый, по сути, какой-то ваш такой игровой, околоигровой ивент, в котором вы официально принимаете участие. Да, пока у нас каких-то официальных особо не было. Ну, только неофициальные, или -то да. закрытые все вещи. Да. Ну вот, для, я думаю, что для всех это тоже в каком-то смысле показательно, что Sbergames участвует в Unreal Engine Dev Contest в качестве именно, получается, как раз экспертного, да, жюри. И это значит, что заинтересованы в играх, в том числе премиального сегмента, инди-сегмента и прочего. То есть, я думаю, что для игроков и особенно для разработчиков, вот, это вполне себе громкий сигнал. Спасибо, спасибо. Кстати, вот пока мы тут вспоминали, а что еще может паблишер, ну, если говорить о PC и консоли, допустим, даже получение дев-китов в России это не самая тривиальная задача, если да, мы говорим об идее разработчиков. Для Nintendo, например. Да. Вот, поэтому это вот подобные все вопросы паблишер и помогает решать. Как это? Можно долго, дорого и грустно, можно быстро, не всегда дешево. Вот. Ну, в общем, паблишер помогает это сделать. Ну что, теперь немножко про смерж? Да, про смерж. Это, я так понимаю, ну, судя по логотипу разработчику, это разрабатывает Haggard Games. Да, да, это они тот самый СМЕРШ, который был вот тогда а, Смерш. Нет, тогда он назывался СМЕРШ-Шпионом. Это, это важно на самом деле, потому что тайтл э, э, и франшиза СМЕРШ-Шпионом э, все-таки принадлежит 1С entertainment поэтому эта игра называется СМЕРШ. Да, так и есть. Ну, в смысле, просто что та игра, вот смисленная. Да, 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 это да, тоже да, 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 да. Но от, от тех же разработчиков. И я показываю сейчас трейлер, который на самом деле не трейлер, а какая-то технодемка, потому что здесь нам показывают элементы геймплея, они абсолютно <свистит> разные. Вот, здесь видно, что противники ну, практически не реагируют. Нам просто показывают вот, окружение, элементы окружения, элементы взаимодействия с окружением. Э, ну, анимацию главного персонажа кстати э, неплохую вот если да. говорить об анимации то на что я обратил внимание когда он тащит на себе немножко уставшего супостата назовем так наверное он живой так вот его рука так прям, красиво в этот момент болтается mm. скажем так ну в общем выглядит неплохо а еще я бы отметил э, интерьеры внутри дома ну, неплохо достаточно да. сделано да 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 да, -да. Ну, вот нам показывают рукопашный бой, э, да, при этом э, противники просто стоят, и, ну, сейчас на это не, не надо реагировать, это всего лишь э, это, это, это балансировка, это тестирование, это, возможно, даже еще прототипирование на самом деле каких-то элементов, поэтому это, это еще не игра, то, что нам показывают, вот, потому что на, в, в Unreal-конкурсе э, участвуют игры абсолютно на разных стадиях. То есть у некоторых уже uh, есть вертикальный срез, или там уже прям часть, часть геймплея, там вот этого гейм, геймплей-лупа. Uh, вот, а у некоторых нет даже этого, и там про прототипирование или просто есть уровень, куда можно поставить героя, но пока еще не продумано, там, я не знаю, какие-то геймплейные механики. То есть это тоже, это тоже нормально, все там по-разному подходят к созданию игры, ну и плюс, естественно, на, тупо на, на, на разной стадии. Поэтому оценивать... Ну, для будет очень наверное, сложно все это оценивать, потому что, как я уже сказал, действительно и, и опыт разный команд, и профессионализм очень, очень разный. Но я думаю, что вот есть какие-то собственные критерии, и даже если игра еще на ранней стадии, еще сильно не готова, еще сильно сырая, тем не менее, я думаю, что найдут на что обратить внимание профессионалы, поймут, например, ага, вы на ранней стадии задумались уже о таких, например, каких-то деталях и вещах. Ну, вы молодцы, бал вам за это. Выглядит действительно неплохо. Понятно, что команда опытная. У нее, наверное, там фора есть определенная перед инди ребятами, но нельзя было не выделить. Вот. Ну а солдаты стоят, возможно, они восхищены и ошарашены шпионом, который идет к ним, понимаешь, в ступоре в советской Поэтому... форме. Да, сделаем скидку. А так хотелось бы, конечно, так сказать, хитман из России. Ну, почему нет в этом сеттинге? Он у нас уже есть, то есть мы видели и, ну, отношение к смерть шпионам я так понимаю, у всех разное, все считают ее очень хардкорной, вот наверное все сходятся mm -hmm. в этом, и кому-то эта хардкорность нравится, кому-то не очень, но в принципе, возрождение вот такого отечественного Хитмана. Ну, это, наверное, да. Это интересно. И я думаю, что постараются выпустить где угодно, там до чего дотянутся, в том числе и на консолях, и пободаться с Хитманом. Вот, ну, посмотрим, что получится, потому что, ну, это. Ну, с Хитманом, сейчас, чтобы бодаться, да, надо понимать, что эта игра стала такой реальной игрой сервисом. Mm -hmm. Особенно последняя часть. И вообще, молодцы, ребята, я считаю, все эти. Спидраны и прочее, прочее, то, как они зашли, в общем-то, в рынок. Mm -hmm. Плюс еще контент старый потянули. Вот, в общем, есть что подсмотреть, mm -hmm. я считаю, смерш. Uh, uh, так, вот White Mamba спрашивает, где за разработкой следить можно. Ну, во-первых, на сайте. Uh, вот вы видите его название Unreal Engine Dev Contest 2021. Просто вбейте это и первая же ссылка будет ваша. Но и плюс каждые uh, 15 минут в чатике появляется ссылка на этот же сайт. Вот там uh, все игры, которые мы сегодня смотрим, найдете, а также найдете еще 250 остальных участников. Вот можете по ним uh, про прогуляться, посмотреть. У некоторых uh, есть возможность скачать игровой билд, то есть вот сами сможете оценить. Вот у Смерши пока билда нет, но есть, например, возможность посетить сайт. Вот давайте зайдем. Я, видимо, люди заинтересовались. haggardgames.com, друзья. Там найдете всю дополнительную интересующую ваш вас информацию. Ну вот у них уже заявлено Windows PC, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, Воу. PlayStation 5, Xbox One. Вот так вот. Вот так. Воу. Да. Ну, амбициозно. А еще у них там интересный плакатик на изган. Интересно, mm -hmm. что это такое? Я не слышал еще об этом продукте. Это, но вообще... это, это, это западное название Смерть шпиона. А, да. А, ну вот, что-то не знал. Ну, будем следить я кстати с удовольствием оформлю при первой же, возможность предзаказ наверное у них уже есть издатель и все решено но вдруг вдруг нет приходите с удовольствием пообщаемся обсудим возможности издания с нами вот. хочется mm -hmm. верить в такие продукты mm -hmm. очень хочется и еще такой вопрос, просто прозвучал да. в чатике, в принципе, я догадываюсь, какой ответ, но на всякий случай, я думаю, что такие вещи нужно проговорить. Вы собираетесь пилить свой какой-то стор или издавать игры планируете на всех существующих платформах? Хороший вопрос. Мы, конечно, будем издавать на всех существующих платформах, вот. Но, да, наверное, ты уже кто то слышал. Подробности пока говорить не могу, но у нас планируется еще свой marketplace, который рассчитан в первую очередь на территорию СНГ. Всего говорить не буду, И, но там будут игры будет круто. За баллы, Спасибо, yes, наконец-то. Да, <с> почему? Да, почему нет? какие-то там преференции, я думаю, да, должны быть. Но в целом, но, но в целом я думаю, что Ой, извини, что перебил mm. тебя. Да, но в целом просто разработчикам, я думаю, тоже важно услышать, что вы не собираетесь их вот забирать в какой-то там mm. своей платформе. Mm. Вот, пускай и классный, но все равно еще никто не видел. Но в принципе вы готовы и на стиме, и на консолях, и на всех главных цифровых площадках. И на корейских небольших мобильных сторах тоже. Поэтому, да, конечно, с удовольствием. Mm -hmm. Вот я лично персонально безумно еще в Switch верю, и я считаю, что разработчикам, особенно инди разработчикам на Switch точно есть что ловить, стоит обязательно учитывать. Ну и плюс это что-то же, же Android, по сути, вот, если так убрать. Mm -hmm. Разработка не такая сложная. Окей, okay. ну вот Nintendo Switch. Считаешь, вот как глава мобильного отдела ты относишь ее к мобильным устройствам? Или все-таки. Это... Безусловно, мобильным, 100%. Ну, то есть, у меня три свеча, получается, уже. Mm -hmm. <laughs> вот, И 90% времени я использую эту консоль в пути, в дороге, в постели, там, в реструме, <laughs> вот, mm -hmm. скажем так. <laughs> да, это мобильное в первую очередь, и как ну, так, глава мобильного направления, будущее за мобайлом, и я. Очень сильно удивлен, что там ведущие игроки Xbox и PlayStation как-то вот эту тему скипают. Просто сейчас выйдет Steam Deck. Понятно, что все. Вот, при... как раз хотел спросить: вот, э, твое, вот, отнош... да. твое отношение. И я в восхищении. Просто тут недавно был <кх> комментарий такой: о, Господи, Ведьмак идет на 30 FPS, подтормаживает на хаях. Я говорю: вы понимаете, Ведьмак на высоких идет на 30 FPS на Steam Deck. Да это уже победа, мне кажется, все как бы вот в целом. Я очень сильно верю в эту консоль, хочу в нее верить. Технические проблемы будут, это понятно, но ко второй, к третьей версии я считаю, что Nintendo стоит э, так это кулачки сжать, подзадуматься, потому что ну что, ну все мы играем на Steam, а если Steam можно с собой будет в карман брать? Да, со всей своей библиотекой вот это вот. Да, да. Сама мысль ошеломляет, если честно. Вообще, вообще. А если да. еще, знаешь, так про контроллер боксовый с собой взял другой карман, подкручил и там летишь, едешь, и еще гамаешь в колду, например, со Steam Deck. Да, как так, можно, так, так можно и не доехать просто. Там, зачем вообще mm -hmm. куда-то приезжать? Мне хорошо, все, не, не, не останавливайся. Отлично. А, так, следующее так, а, буду, игра на нашем меню. Буду пробовать вот мне кажется, сто процентов ее уже обсуждали. Надеюсь, что нет. Хотя нет, надеюсь, что да. Грейвуд Хай. Это хоррор такой про школу, достаточно интересный. Нет, нет. Воу, серьезно? Прям? Нет, 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 никто не обсуждал. Слушай, тоже запало почти сразу всем. В общем, в чем ее фича? Бесконечно реиграбельный стелс-хоррор. Вообще, хорроры, как жанр фильмов и игр, очень популярны. И также очень сильно они популярны у стримеров кучу-кучу примеров, поэтому вот отличный канал сразу для продвижения. А, High, в общем, как я уже сказал, фича, что он бесконечный и он с разрушением, с разрушающимся окружением. Ну, место действия происходит в загадочной постоянно меняющейся школе. Очень-очень яркий визуальный стиль, привлекательный, достаточно серьезный, судя по трейлеру уровень продакшна. А, что еще? Короче, классная игра. Вот. Ну, плюс mm -hmm. разработчик там да, достаточно известный и опытный. Интересно, конечно, как они механику этой разрушаемости пишут, потому что она у них вертикальная, горизонтальная, то есть там прям уровень вверх и вниз Я думаю, всех же любителей жанра заинтересует и привлечет большое количество детей, потому что кто продвигает игры? Дети. Вот. Как бы это странно ни звучало, куча-куча uh -huh. видосиков будет, охват будет классный. Так что, я думаю, можно ставить, если ты еще не поставил, — А, Herocraft. Хер, — Это Herocraft, да, это Herocraft. Херок... Ну, я как-то... Мы про игры говорим, наверное, а не про имена. Я упоминаю, что это очень известные ребята, да, это mm Herocraft. -hmm. — Ну, я просто увидел, да, в описании, что, ну, это... Тут... Пришли, да. та, по, по, «Пришли отнять у детей конфеты». — Ворвались, ворвались. Вор, — Вообще... Ворвались в народный, народный конкурс, да. Мне кажется, вообще что... да. больше и больше будут крупных игроков, в общем-то, выходить на арену. И Сбер не просто так: все-таки, Сбер Геймс был создан. Ждите еще больше анонсов, еще больше интересных больших ребят, выходящих на арену игр. В ближайший год-два, я думаю. <с -с так, и тут, ну вот видно, что это профессионалы работают. Страничка оформлена все, все как надо, как будто бы на стене есть. А у, а у них уже есть страничка в стиме, так что они просто скопировали. Вот, уже профессиональное описание занимает вот такой вот абзац. Бесконечно реиграбельный стелс-хорор с разрушаемым окружением, место действия которого происходит загадочные, постоянно меняющиеся в школе. Стали пропадать ученики, но почему-то никто из взрослых на это этого не замечает. Школа стала западней, и ваша задача из нее вырваться. А, ну и, и, и список, и да, и список фичей, и динамичное окружение, коварный оппонент, тайна затерянная во времени сюжет игры позволит окунуться в антураж нескольких знаковых периодов истории от культовых 80 х до гражданской войны в США ну, просто Не, это, это просто вообще ну, звучит да, 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 это прям это это продукт. Ну вот, вот и вот здесь вот я вот не представляю себя на месте жюри, потому что с одной стороны есть какие есть милиционер, да, вот, а с другой стороны есть уже ну практически прямо вот профессиональный тизер, который уже можно идти пичить крупному издателю вот просто без уже там в очереди стоят. Я думаю, я думаю, да. Uh, ну, ну, с другой стороны, yeah. с другой стороны, mm -hmm. смотри, вроде как есть э, милиционер есть, а с другой стороны мы обсуждаем милиционера рядом вот с этой игрой. Это же уже круто. Ну, ну в какой-то степени да, в какой-то степени да. То есть в, в данном случае действительно игра попала. Ну, вот, вот те, которые ты назвал э, нишевые игры, которые ты перечислил, вот они, видишь, вместе показались в, в, в нестыдном списке. — Да, да, вот, да. — Так что да, это в любом случае, наверное, приятно такое. Вот. Но, тем не менее, как видите, уровень разработчиков, которые пришли на, на этот конкурс, ну, очень сильно разный, очень сильно разный. Но, опять же, возвращаясь к нашему самому началу разговора, никогда не надо стесняться, никогда не надо бояться и думаешь такой, ну, блин, там опять Херокрафты придут, вот, и я со своим вот этим вот э, хобби-проектом. Ничего страшного абсолютно. Тоже абсолютно. так считаю, абсолютно. Ну что, дальше пойдем? Да, пойдем дальше. Я думаю, что эту игру ждет успех. Вопрос только какого размера. Поэтому стоит, наверное, рассказать еще про поменьше, о тех, кто еще молод. Вот. Еще отдельно, кстати, бы я после того, как мы основной список, про пару студенческих продуктов сказать. Я считаю, что надо давать ребятам, так сказать, минут славы. И студенты красавчики, молодцы. И надо делать крутые игры. Вот пока ты молод, и пока ты в школе, и неважно, в студенчестве. Но это ладно, попозже. Пока... Mm -hmm. Пока следующую игру. Кстати, я удивлен, что про Грейвуд Хай не говорили до этого. Странно. Вроде как бы... Про... Ну вот... Нет, на самом деле много из проектов, про которые я удивлен, что их как-то вот не вытаскивали. Но, видимо, у разные предпочтения у людей. Вот. Зато был Крысиный Рейх. Блин, вот я хотел, я про него. Он вот вот он был, а вот этот проект, видишь, как-то вот не заметили. Но разные, разные предпочтения у людей. Как раз есть, у нас нет, нет списка. Есть, да. есть из чего выбрать. Да, а, напр например, например, ну, я уж скажу, ладно, потому что угу. вот приходят гости, эксперты рассказывают о своих проектах. Я позвольте хотя бы один упомянуть. Age of Silence, например. Да, я помню его, я помню его, да. Выглядит... У меня в списке был шорт да, в шорт но не Вот, выглядит как потрясающее РПГ от первого лица. Пока, пока никто ни разу. Почему? Для меня загадка вот я его поставил в список, но финально, когда там голосовали за финальную, собственно, шестерку, почему-то он не попал, сто процентов клевая игра будет. Вообще, я тоже я в восторге. Если честно, это такая РПГ старой школы. Помнишь еще Wizardy, там, вот эти вот замечательные серии, Might Magic. Я думаю, что крутая игрушка получится. Хорошо, что, кстати, я вспомнил. Вот от меня Петюня. За нее отдельно. А, так, и следующая игра. А, ну да, который, да, который, мы заговорили. Да, 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 который ты предрекаешь э, дикий успех. Ну, uh, no, The Wicked Days, uh, она, по-моему, уже в Early Access находится на Steam. Uh, собственно, это топ down шутер такой сверху. Можно включать его, я думаю. Да. да. <музык> Ой, я я я тут. Ой, там Что? прям, там прям музон. Надеюсь, лицензированный. Не знаю, не знаю Ну просто все мы любим такие шутеры Мне кажется, особая любовь у людей из СНГ Вот Ален шутер, вот, вот вся история mm -hmm. Поэтому сердечко было покорено Этой игрой Визуальным стилем, вообще прикольно выглядит еще А, вот у нас, у нас в чатике У нас в чатике э, один, один из зрителей пишет, что Они работают над этим проектом Muzon, О, ребята, молодцы Музон, Минская группа а, Так, ну вот тогда А, стоп, а какая, какая Минская группа? Вот вам вопрос, друзья, в чат. Да, как, ну, если какая, какая минская группа? Это мы сейчас проверим. Действительно ли, ну, мало ли что, в чате пишут. Это я, это я сделал. Знаете эту игру? Это я сделал. Да, а, ну, хорошо, пока расскажи, чем тебя привлек. Быстро прочту описание. Всего лишь одна новость, ребят. Если вы нас смотрите, одна новость в ноябре финал, а вы не обновляли дневник. Скоро, скоро экзамен, а вы дневник не заполнили. The Wicked Days насыщенный экшен-шутер, действие которого разворачивается в богом забытой глуши. Необъяснимые события окажутся отголосками непростого прошлого героев игры. Вооружайся до зубов, прыгай в тачку и вперед исследовать опасный мир в поисках ответов. Ничего не понятно, если честно. Из трейлера я, я даже еще, сейчас еще раз его посмотрю, mm -hmm. потише сделаю, вот потому что я с тобой разговаривал. Потому что он очень короткий, во-первых. Но насыщенный. Я могу так пару комментариев пока сказать. Э, mm -hmm. Пованговать, потому что подробностей про игру э, нет. Но если вдруг это какой-то open world или песочница, то вот здесь, мне кажется, прям потенциал есть. Подразвлечься, там, пожечь, побегать. Сразу сходу видно, что там, видимо, большое количество противников, оружия всяких квестов. Поэтому, вот, Зомби... поэтому выбрали зобми экшен. Ну да. Как я правильно а, понял. Да, плюс э, визуальный стиль, ну классно. Мне кажется, попали, угадали, и музычка прикольная. Ну, вот, вот как-то вот включаешь трейлер и сразу такой: О, я поиграл. Вот, ну, А в коопе бы еще больше поиграл. Да, у них уже есть страница в стиме, э, уже, уже потратили 100 долларов. Значит, уже на се... настроение занесли, мак... занесли. Настроение максимально серьезное, если ты потратил 100 долларов на страничку в стиме. На, назад дороги уже нет их не вернуть где-то так где гейп такой просто сейчас вот. Вот. есть есть twitter Steam ну в общем в целом намерения серьезные у ребят осталось завести Reddit да и и обновить страничку на Unreal Engine Dev Contest чтобы например сделать новость про минскую группу если вы не знаете ребята как заполнять и какой контент писать вот вот подсказываю Запилите пост про саундтрек и минскую игру. уже Уже будет чем заполнить. Уже вызовет интерес. И больше лайкосов у вас появится. Супер. Дальше двигаемся. Дальше двигаемся. Так ну вот, наверное, сейчас стоит сказать про игры в жанре, которые кому-то уже, может быть, надоели. Долго искали название этой игры. Аббревиатура как OMH. Oh, my а, hero. Это ту, которую да. мы сразу не нашли, да? Да. <laughs> это так. хороший слоган, та игра, которую мы сразу не нашли. Так, как он называется еще раз? Oh, my герой. Uh, oh, my hero. А если на YouTube, mm -hmm. то не omh, oh, тиратизер. Uh -huh. Нет, я, я ищу конкретно на, на, сайте. Сайте, на сайте, да. Uh -huh. Да, на, нашел, кажется. А, да, да. Вот, все, я вижу тут, эту аббревиатуру. Да, ну вот это они. Данных про игру мало, к сожалению, пока нельзя сказать, что там действительно будет. Но Пол... в платформах значится PC и Nintendo Switch. То классика, есть классика. Другие, то, нет, другие консоли, другие платформы. Ну, мы может подумаем, но уже э, четкое видение Switch и ПК. То есть ПК императоры и Switch цари будут играть, пока все остальные. Так, так. Снова забойный музон. Анимация очень приятная. Да. Очень приятная. Девчонка классная такая, вертолет <свят> делает запало. Визуальный стиль классный, достаточно интересный. То есть, ну, что-то, что-то свежее, необычное. И большая надежда, что в этом продукте все-таки не классический вот батл рояль по классическим правилам, а что-то попробует разбавить. Вот что-то новое напрашивается, поэкспериментирует. Так, -так. так, а что это у нас вообще такое? Так, это новый батл э, рояль. Я думаю, что э, вздохи сейчас э, раздались в чатике. Действие которого разворачивается в недалеком будущем, где у людей есть возможность подзаработать деньжа, приняв участие в телешоу One More Hero, где вы можете бросить вызов кому угодно за место на вершине пьедестала. А, так, а, free-to-play, а, все для людей. Игра планируется в первую очередь для ПК, во вторую мобильные платформы. Нет, мы не планируем подвинуть Fortnite. Ну, кстати, интересная интересная строчка в описании игры. Честная, честная. Ну и плюс самоирония. Да, у нас есть уникальные особенности, о которых мы не рассказываем. 45 игроков на одной арене. Простая динамика, быстрые матчи, низкий порог входа. Вот так вот. И никакого строительства. И никакого строительства. Да уж. Ну, поживем увидим. Визуально игра заинтересовала, скажем так. Вот ну, визуально, что да. Что там будет дальше, посмотрим. Ну, с другой стороны, почему бы и не попробовать нам тоже поиграть в этот серьезный и сложный жанр. Вот пожелаем ребятам большой удачи. Икс. что, можно двигаться к следующему продукту? Да, давай к следующему. А осталась у нас одна игра, и так случайно, на самом деле, вышло, что она осталась под конец. Это мобильная игра. И называется она «Rush Angel». Такой быстрый бегущий ангел. Мобильный фри ту плей экшен в жанре рок лайк и интервью. Запустил трейлер. Давай смотреть. Я тоже сейчас параллельно запущу. Пересмотрю с удовольствием. Музон качает. Ну вот это тот случай, когда э, смотришь на картинку и сразу понимаешь, что это мобильная игра. Ну а что, да. Знаешь, знаешь вот что-то в ней выдает это. Э, нет, ну в целом э, вот по по трейлеру уже понятно, что это э, похоже на продукт, который вот выйдет. Вот, вот, ну или по крайней мере с даты выхода они точно определились. Ну вот по крайней мере вот трейлер выглядит уже как вот какая часть какого-то уже э, сформировавшегося процесса. То есть это не, не вот среди всех трейлеров, которые мы смотрели, где были просто набор видео, или, э, или просто какие-то или просто тизер откровенный, э, то здесь уже профессиональный трейлер, где люди уже понимают, куда целятся, куда идут, вот и, э, наверное, у них все почти готово. Я 400, думаю, что 423 лайка, между прочим. Круто. Я думаю, кстати, несмотря на то, что там указано, что это фри то -play игра, ничего страшного нет, судя по геймплею, и там много кастомизации, поэтому монетизация будет построена на каких-то таких вещах, наверное, больше в сторонних. Но поживем увидим. Mm -hmm. Да, это, честно говоря, ну, интересное, получается, сочетание фри-то-плей-экшен в жанре Rogue Like и Metroidvania. Очень-очень. Я, вот, очень. я, на скидку, наверное, ни одного не назову такого. Ну да. Я просто не очень сильный мобильный игрок. Может быть, это тренд, но вот я такого не встречал. Ну да. Ну, руглайки все мы любим. Посмотрим, как оно получится. Ну, игра выглядит точно классно. Мне чем-то еще напомнила она идеологически Dead Cells, там, на Зеро. Вот как-то по пейсу, в принципе, по динамике ребята точно смотрели разные такие вещи. Аудитория точно свою, думаю, найдет. Буду с удовольствием ждать. Ну да, платформы Android iOS, да. Ну вот на свече, кстати, <смешно> мне кажется, что Switch, так. Свич, Switch, Switch, да. Такая штука прям смотрелась бы очень хорошо. Там вообще с фри то плеем все плохо на свече. Ну, по, по, понятным, причинам. Вот. И. Ну, я не знаю, возможно, связано с какой-то политикой Nintendo. Я не знаю <смешно> вот этих вот всех течений. Вот. Но там не хватает вот просто качественного фри то плея Скажу точно, что политика Nintendo наоборот направлена на привлечение как можно больше фри-то-плей титлов. Вот mm -hmm. Последняя игра, которую я разрабатывал как разработчик, собственно, фри-то-плей игра была, и они очень активно хотели, чтобы она попала на Switch. Не было ресурсов еще чего-то дополнительного в тот момент для издания. Поэтому mm -hmm. препонов нет. Более того, фри-то-плей разработчикам большие преференции на Switch с точки зрения фичеров. Поэтому вы издавайтесь обязательно, идите на Switch, огромная аудитория почему нет. Единственное, что по монетизации надо смотреть, конечно, это консольная аудитория, с которой надо аккуратно быть, быть аккуратным с точки зрения, так сказать, продавливания. А, а Genshin Impact выходил на свече? По-моему, да. Выходил, ну, должен да? был 100%, ну. я могу сейчас перепроверить. Ну. Должен был, ну, конечно. Ну, если он на каждой мобиле есть, то... Ну, теперь не на каждой. Ну, теперь, теперь, да. 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 А, нет, по-моему, нет. Или не выходил. Потому что мне кажется, что если бы он вышел, он бы вот эту... Вот Задерживается. Пробил бы вот эту стену непонимания. Я думаю, что многие игроки на свече открыли бы для себя как раз мир фри-туплейных. Комментарий какой. Слабое железо консоли. Главная причина. Ну, такое заявление. Я бы сказал, неумение в оптимизацию. вот Главная причина. Ну, если уж Ведьмака оптимизировали, я думаю, геншин как-нибудь бы смогли. Ну, да, но тем не менее, я тоже жду э, либо Switch 2.0, э, либо э, Steam Deck, потому что э, у меня... Э, что я купил-то? Mm -hmm. э, про детектива, кота, э, Black Set, Black Set игра. Mm -hmm. это, да, помню, помню. Это, это квест, это квест, черт возьми, это даже не экзон. И кошмар это, это просто невозможно. Загруз... Но он забагованный. Загрузки он забагованный. По, по 5 минут торможения просто каких-то каких -то, в каких-то моментах, где это тормозить просто не должно. Ну, то есть это ужасно. Это уже становится вот как-то вот. Нев... Я понимаю, что это еще криворукость немножко некоторых разработчиков, но в целом мне кажется, что такого будет становиться все больше и больше. И, ну просто криво, криворуки тоже не всегда лечится они такие ну мы не можем оптимизировать на ПК и на консолях нормально играется все что вы хотите mm -hmm. что мы тут скажи, должны скажи на PS5 почти так же как ты описал я играл вот недавно а да на PS5 там очень плохая оптимизация очень плохая а ну понятно ну 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 страдания я бросил играть я я понял что я просто не потратил деньги и я Black играть на свече уже не буду хотя игра интересная на самом деле вот ну несмотря ни на все сюжетка там клевая ну вот да, и все-таки морально устревает э, Switch, хотелось бы, чтобы они задумались об этом. Ну вот, наверное, Steam Deck как-то вот их... Э, Толкнует. Простимулирует определенно. Слушай, ну вся история Ханхелдов от Nintendo, это были всегда очень, очень слабые девайсы с точки зрения технической, на них выходили одни из лучших игр, наверное. Ну, вот там Я просто не то, что наибольшой фанат Nintendo, я считаю, mm -hmm. что это компания про игры, именно про игры от игроков к игрокам, в общем. Метроид ждешь? Ну конечно, конечно, очень вот очень он, сильно. Типа, потом завтра вы я будете, фанат. Да. И я фанат просто моя там четвертая или пятая консоль была супер Nintendo, и первая игра на ней была Супер Метроид. Нифига себе ты мажор. Я с 89 -го года играю, папа, Atari 2600 у меня первая была, папа купил. Не, у нас Супер Nintendo было буквально у двух-трех людей на районе, и вот надо было напрашиваться приходить играть. Папа привез из-за рубежа, да. Да, Super Nintendo это можно. Ну вот Метроид, ну так опять же такое просто вброс. Я посмотрел, ä, ну каким-то каким, -то, каким -то Макаром ä, уже ее выложили ä, в интернет. Случайно <сёк> <ä, сёк> Вот и уже есть уже есть почти обзоры или там какие-то прохождения, playthrough. И я посмотрел просто так, ну понаблюдать, как как вообще это играется. И вот, честно говоря, вот для меня Метроид сейчас не выглядит как флагманская Какая-то прям вот премиальная игра от Nintendo. Не похожа она на, на, на то, что вот Nintendo делает вот именно от, от себя. И как-то вот, чтобы продвигать консоль. Вот все-все игры. Марио и кролики, да, выглядят по продакшену гораздо, как-то вот, на мой взгляд, более круче, чем выглядит Metroid. Я не знаю, почему у меня такое впечатление. Как-то очень, на мой взгляд, как-то серо, блекло, как-то вот очень однообразно. Ну, вот... Не, не знаю это это повторюсь это мое мнение Посмотрим, хотя у меня есть Nintendo посмотрю. Switch и я в принципе в эксклюзивы именно Nintendo тоже люблю играть именно из-за из того что они можно не любить Марио можно не любить кроликов но я понимаю что это Ubisoft для них делала но естественно Nintendo я думаю что стояла сверху и говорил так не, не 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 ребят вы делаете игру про Марио так что давайте-ка uh -huh. с уважением. Вот. И вот не, а, обычные игры а, от Nintendo они все отличаются вот какой-то проработ какой-то детали, какие-то мелочи. Это все, это все очень приятно держать в руках, а ты тем более это физически держишь, блин, в руках. И у тебя uh -huh. на экране, на экране, как такая волшебная шкатулочка, где вот волшебные персонажи и все вот, вот ни одной без сучка из-за доринки, да, то есть ты просто вот не можешь ни одну шероховатость найти, насколько все это как-то вот очень такой вот приятно выглядит. А вот Метроид, uh, я смотрю, вот выглядит, на мой взгляд, как-то, ну нет, я не могу использовать слово халтурно, нет, конечно, ну как-то вот хотя казалось бы, черт возьми, Ч что, что что тебе не нравится, черт, там бегает чувак в, по случаю в по, в, по случаю... девушка девушка да да да, да девушка девушка э, э, Самус э, да? бегает э, в пауэр арморе сражается с монстрами, что может не нравиться в этом? ну вот как выглядит прям прям совсем Но... как как, дженерик, э, как дженерик платформер э, где нужно э, вот хит и таких а, а, метроид вани и всех этих, вон мы сегодня так это игра, которая жанр, Я жанр, пой... жанр. Да, <свят> да, безусловно, которая породила, это понятно, <свят> вот, но мы вот сейчас видели фри-ту-плей, метроид не то есть их выходит сотнями на стиме-то я боюсь вообще сейчас заглянуть. И как-то вот на, на, на отца-основателя, хорошо, на, на мать-основательницу да, э, здесь... этого жанра смотришь, и блекло как-то. Как-то неубедительно. Ну, посмотрим, посмотрим. Но у нее, кстати, по-моему, уже критики даже оценки начали выставлять. Yeah, там, да, там 90, там все хорошо. Я не знаю, как Nintendo это делает. Это каждая игра, все 90. Продажи, я уверен, будут опять там 20 миллионов копий. Это какая-то фантастика для меня в этом плане. Ну, вот. Я, я, сам, я сам хочу ошибаться, на самом деле. Вот. И я все еще понаблюдаю за ним. Но у меня вот этого желания прям взять на старте немедленно. Нет, я лучше продолжу Dragon Quest 11. Классная игра. Ну, я фанат Метроида, поэтому много ему уделили. Ну, тут, да, тут, конечно, да. Тогда в твоем случае без вариантов. Без вариантов. Вот я просто удивился, да, что как? Ну, я, блин, Метроид. Почему я не очарован? Вот, вот Нинтендо играми, вот я правильное слово вспомнил. Я привык очаровываться, они какие-то прям смотришь какой-нибудь Луиджи Мэншн, ну вот где, где я, где Луиджи, где Мэншн, ну вот смотришь на, на эту картинку, как это все сделано, и такой, не знаю, почему хочется... С любовью, да, хочется, с любовью. Хочется побегать, да, а там как-то вот на удивление. Ну, опять же, опять же, мое мнение в данном случае нерелевантно, 90% оценка на метакритики, 20 миллионов копий, и что называется, Витя, иди нахер со своим мнением. Вот. Но это вот это частный частный случай Которым я хотел просто поделиться Тем более в преддверии такого релиза У всех у нас есть свой вкус И Я вот первый год за лет 15 Наверное, фифу не возьму да? Что-то я решил, что хватит Ну ладно, это мы совсем в Да, Да-да-да, совсем же просто да. Так, а ты хотел добавить что-то про студенческие работы Да, обязательно хотел mm -hmm. бы Выделить первая Студенческая работа, которая прям визуалом Захватила это Hear My Soul. Это там игра такая про бармена. Даже не знаю, как ее писать. Но, в общем, мы... Нарративный... С Видели ее, да, да. А, уже смотрели, да. Смотрели, нарративный да. симулятор mm -hmm. бармена, где используется очень много всяких меканий, которые позволяют раскрыть персонажей с разных сторон. Mm -hmm. Вот. Игра выглядит интересно. Ей, конечно, не хватает полишинга серьезного. Но вот в целом бюджетика бы ей чуть побольше вот, чтобы причесать, приукрасить, мне кажется идеологически она была бы интересна. Вот котик похож, кстати, на котика из Блэкседа. Да, 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 как раз. Да, мы ее смотрели, она выглядит как действительно такие как как выставка какого-то очень стильного, модного, дорогого художника. И mm -hmm. я уже предложил, что вот эти вот животные в интерьере бара, если это нанести на холст, например, то я уверен, что несколько модных московских заведений обязательно с руками оторвут и повесят у себя. То есть и это... сразу NFT, NFT токены запускаем. Да, я просто вот... Это я к тому, что насколько на самом деле это стильно выглядит. Вот. А насколько это приятно и круто играется, мы все-таки здесь про видеоигры, где визуальный ряд, конечно же, важная тема, но, тем не менее, это все должно э, работать на какую-то одну цель. Вот, а именно, чтобы это был геймплей, чтобы был какой-то фан, чтобы был какой-то интерес, тут уже, наверное, вопрос. Поживем, увидим Это все-таки студенческая игра, и я считаю, что она уже там замечена, и, походу не первый раз вы говорите про нее здесь, поэтому... Да, ее уже Звоноч... считали... Звоночек, да, звоночек, что... Может, надо прям положить побольше сил, пополишить, подумать, потестировать. В общем, я бы посмотрел на нее, поиграл. Вот. И еще одна игра. Долго, наверное, останавливаться не будем. Еще одна игра называется Little Lens Lady. Это 2D игра Little Lens Lady. 2D Adventure Quest, что-то такое. Механики там примитивные, достаточно. По сути, по видео, в нее я не, не поиграл, не посмотрел. Но вот есть какая-то такая самобытность, визуальный стиль. А может, потому что я дико люблю, не знаю, там Восток, Японию и вообще я сам родом из Бурятии, и мне очень-очень близко все, что в этой игре. Mm -hmm. вот поэтому, короче, производит впечатление такое приятное. Я бы в нее тоже поиграл. Анимации такие симпатичные. Не нашел ее еще. А, да, смотрим. Ну, а, вот, может. вот, три человека ее делают. Вот, мы смотрим трейлер. Не знаю, откуда, ребята. Ну, в общем, удачи вам большой. Чем-то она мне напомнила ранние саморосты, именно по духу вот поэтому. Что-то в этом есть. Поэтому пожелаем удачи. Рад, ребят. Куплю на раннем доступе. Да, ну это выглядит уже как, как анимация прям вот. Э, угу. Высшая школа дизайна, это, соответственно, вышка. И, возможно, даже когда-то я видел ее в более раннем доступе. Ну, в общем, классно что Мне понравилась. Вот эти ряд, в общем, студентов я буду. И на этом, наверное, все. Можно еще добавить отдельно там вне конкурса про крыс того и замечательную игру упомянули. Крысивый рейх. Мощно останавливаться не будем, но она тоже очень сильно понравилась. Да, ну мы, мы тоже ее уже обсуждали, предыдущий а, как раз эксперт э, ее отметил, когда я видел список игр, которые он пришлет, я такой, о, а вот это что-то интересное. Смело, смело. Да, 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 будем, будем, что называется, смотреть обязательно, когда она выйдет, что, что получится. Надеюсь, выйдет, ну, потому что смело. Ну, там же все-таки про Первую мировую, поэтому в общем-то... Не, не сильно переживает за контекст. Ну, там есть моментик, вот как раз-таки, когда они в окопах сидят. Химическое оружие это тоже такой нюансик, в общем. Ну да, да, да. Ну, из песни слов не выкинешь. Ну, да. Согласен. Пер согласен. Первая мировая, да, все вот эти вот вещи, так сказать, применялись. И я думаю, что в играх про Первую мировую э, у тебя есть юниты. Если это РТС какая-нибудь, э, в любом случае есть юниты, которые фигачат газом. от этого никуда не денешься. Ну да. Ну, вспомнить даже Ubisoft Welling Hearts. Это ж вообще разрыв сердечка была игра, и там все ужасы были показаны. Хоть и в виде анимации. Да. Ну, да. э, по пока у нас э, видео рядом идет э, игра про э, Little Lady. В общем, что? Удачи ребятам. Mm -hmm. Сделать классную квест-адвенчуру и довести ее до релиза. Вот, наверное, мы обсудили все игры, которые мы выделили с нашей стороны. Пожелаем им удачи, пожелаем им победы. Да, и, кстати, если вас заинтересовала, заинтересовала Little Slant Lady, у них на страничке страничке игры на сайте Unreal Engine Dev Contest 2021, ссылка на который появляется в чатке каждые 15 минут, ну или можете просто найти его в любом поисковике, первая же ссылка ваша. Так вот, на страничке этой игры есть билд, ребята. Так что можете скачать прямо сейчас, посмотреть и поставить лайк like этой команде, которая, ну, в общем, действительно показывает уровень. Да. Yeah. Такие дела. Спасибо большое, Георгий, за такую подборку интересную. Да, были какие-то повторы, там, пов как говорили телешоу 90-х, да, повтор на третьем игроке. Но а ничего... Авторов не было. Да, 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 да. -да, -да. Но э, ничего страшного, повторюсь, потому что, с одной стороны, да, мы посмотрели еще раз игры, ну, во-первых, не все смотрят все шоу подряд, это понятно. Вот так, что некоторые э, зрители, уверен, видели это первый раз. Э, ну, плюс посмотрели какое-то альтернативное мнение, почему именно эта игра, может быть, вы услышали что-то новое, чего не было раньше. Э, ну и хорошие новости для разработчиков. Разработчиков в первую очередь, что их проекты вот замечают уже во второй раз, я думаю, что для них это тоже какой-то приятный сигнал, это значит, что они двигаются в правильном направлении. Из 200 и 250 проектов. Я понимаю, что очень разный уровень, но вот если говорить о прям вот хороших, то их все-таки несколько десятков, я думаю, которые прямо вот, вот, о которых стоит говорить и стоит рассказывать, то есть их несколько десятков. Я думаю, что там в любом случае есть из чего выбирать, и глаза разбегаются. Я штук но... 40 выбрал, ну вот, вот именно вот... в первом шорт-листе, который да, мне зацепили. Да-да-да, а так я думаю, что где-то 50-60, которые у которых которые интересные, с профессионализмом точки зрения. Они а как проба пера. и поэтому из даже такого списка повторно выбирать эти же проекты, я думаю, что для разработчиков это точно приятно и говорит о многом. Вами ну, вас, вот... вас вас заметили, да? И как бы кто вас заметил? Сбергеймс, друзья, все вперед, вперед за бюджетами, вы чего, прям сейчас, прямо вот эфир закончится. Георгия, пишите, пишите нам, пишите, набирайте, да, да набирайте, друзья. Так, Спасибо, должна была быть да, строка да, такая, такая. А, строка, строка, да, да, со, да, да. Номером, да просто назови свой телефон, кому надо позвонить, я думаю. Или придет. Ну, хорошо, давай. Ладно, раз уж заговорили про это, ну, как тебя найти, давай. Или вот, давай, я разработчик, начинающий разработчик Сеслава Чародея. Куда мне писать? Вот я Очень, очень... Наверное, я тебя уже сам нашел, если ты разработчик Сеслава Чародея. Ну, скрываешься много лет. Да, хорошо. Куда писать, звонить? Как э, с вами работать? Ну, во-первых, э, совсем скоро обновленный сайт появится наш э, Сбергеймс про паблишинг. Очень легко найти меня лично. Как показала практика, это самый простой способ это Facebook. Э, угу. Там людей с такой фамилией очень-очень немного. А если еще Георгий припрессовать, вот. так я вообще один. Запомните это лицо. Да, вот, пишите. пишите. Э, э, ну, надеюсь, у тебя там не какой-нибудь, знаешь, э, смешной аватар там. Нет, нет, нет. <с <с нет, там твое лицо, а, да? Там я... фотография такая же, которую я посылал для стрима, поэтому. Ага. ага. Угу. А я даже ее выставлю вот так вот. Хоба! Вот этот человек, вот этот человек должен быть на фотографии э, с вот этим вот именем Георгий Куравкин. Э, и не ошибетесь, э, сообщайте все, что вы имеете. Э, Важного сообщить. Да. да, мы уже внутри направим дальше по людям, по отделам, в зависимости от того, что за продукт. Это там мобильный продукт, консольный PC-продукт, а может быть, это еще какой-то продукт, потому что у нас есть детские игры направления, и, как я уже говорил, полезные игры. Ну, вот, Чтобы это ни значило. На самом деле, это, это круто, и мы вот в этом направлении будем развивать, развиваться тоже. Как-то так. Спасибо большое, что позвал. Было да. круто посмотреть. Спасибо вот, вам. Да, спасибо вам, что вы участвуете в этом и что ты ответил на все вопросы. Почти на все. Как мог. Вот, потому что это было... Это было интересно очень сильно, и для меня важно, потому что все-таки, по сути, какое-то первое, ну, может быть, не первое публичное, потому что были там интервью, ну, какие-то в профессиональных ресурсах, вот, а вот так вот поговорить по душам, поговорить про игры, поговорить про разработку, проговорить про издательство. Я что-то такого не припомню, поэтому это было круто. Можно сказать, что сегодня был эксклюзив. Вот, а поговорить... Зови, с Азб... зови. поговорить о Сбергеймс реально очень хотелось, потому что, ну, вот, here comes a new challenger на нашем рынке, и было... Хотел очень понять, что за люди там работают, чего хотят, что, что в головах, потому что, ну, я думаю, для отечественных разработчиков, да и игроков, конечно же, все это очень важно, потому что, ну, игровая индустрия отечественная, особенно, так подзастоялась в каком-то смысле. Вот. Поэтому любое какое-то такое большое событие вызывает, конечно же, интерес во всех сферах у игроков, в том числе этого. Спасибо большое, что позвал. Вот. Ну, как говорится, пусть за, наш, за нас говорят наши продукты. Так что, ожидаем там ближайших да. анонсов. Да. Ждем. Ждем. Все, тогда не прощаемся. До встречи. Зови, зови да, еще. да. Обязательно. Спасибо большое. Да, и удачи всем ребятам с разработкой. Да победит сильнейший. Должен остаться только один. Ну, шутка, конечно, больше. Ничего себе у вас шуточки такой. Они а, услышали? Ладно, все. Окей. Пока-пока. Пока. Так, меня слышно? Я думаю. Небольшое объявление для, для тех, кто собирается продолжать смотреть стрим. В принципе, есть полчаса и ну, вешать заставку на полчаса, я считаю, что это как-то дико, вот, поэтому давайте договоримся на встречу просто здесь 10 часов, и мы пойдем на Steam Next Fest, скачаем все демки, которые там есть, ну, Который по силам будет. Вот, и посмотрим э, интересные проекты будущего, э, которые там есть. Это будет как вскрытие киндер-сюрпризов. Просто скачаем все игры. Сам, э, сам очень хочу в этом поучаствовать, э, посмотреть, и, конечно же, занести в виш-лист или в стрим-лист э, крутые вещи. Э, мне просто в любом случае надо будет отвлечься и ну вот, вешать плашку ждите стрима на целых полчаса. Мне кажется, это немножко бессмысленно. Вот. Хотя я понимаю, что стрим прекращать нельзя. Надо по законам стримеров и того, как это работает, лучше, конечно же, все это дело прек... продолжать. Но повторюсь, на полчаса вешать, мне кажется, и вам, и мне это будет не, не сильно лучше. И в любом случае, мне, мне надо будет переключить э, все это дело на на свой, э, на свое оформление. То есть ну, наверное, наверное, придется прекращать. Так что придете через полчаса, это уже зависит от вас. Вот такие дела. В любом случае, если я повешу здесь тупо табличку, вы тоже не высидите, вы же не будете просто сидеть и смотреть на нее. Вот, поэтому, поэтому давайте так сделаем. На, на сегодня с Unreal Engine Dev Contest мы заканчиваем. Вот, и увидимся с вами через полчаса уже на другом стриме. Вот, такие дела. Так что... Полчаса можно посмотреть, как люди играют в Far Cry 6, например, на соседних каналах. Вот я думаю, что вы там их сидите. Все, друзья, пока. Не, окончательно не прощаемся. Но спасибо, что смотрели.